Балету все возрасты покорны. В 51 год этот танцовщик все еще блестяще исполняет батманы фуэте. Так что молодым примам и премьерам есть чему поучиться у Фаруха Рузиматова. Ну а зрители пусть просто наслаждаются его выдающимся мастерством. Танцовщик века, так называют Рузиматова балетные критики, сегодня вечером вместе с артистами Мариинки выйдет на сцену Тюменской филармонии. В программе лучшие фрагменты из классических постановок. Будет и «Щелкунчик», и «Лебединое озеро», «Корсар», «Баядерка» и «Болеро». Легендарные номера в исполнении легендарного танцовщика. Конек-горбунок уж точно наше все. И хотя фестиваль этой сказки прошел на юге области полтора месяца назад, интерпретации по Ершову еще не раз порадуют сибиряков. Вот и выходные на сцене Шимского театра представят это произведение. На подготовку «Конька-горбунка» у артистов ушел всего месяц. Мистика, признаются ишимцы, все так легко получалось, как будто сам автор помогал жителям родного города. Текст не учится, текст он просто входит. Когда ты начинаешь проживать этот кусочек за кусочком, он вот как бы откуда-то вылазит из головы, то есть его не учили практически никто. Альты, флейты, барабаны и другие музыкальные инструменты вот уже 20 лет радуют жителей Лутеровска. В это воскресенье городской духовой оркестр отметит свой юбилей. Компанию ему на сцене составят артисты из ансамбля спортивно-бального танца, а также вокалисты. В прошлом году коллектив стал лауреатом Всероссийского конкурса духовых оркестров в Новоуральске. Кстати, сын дирижера Владимира Шамбурского, Ян, тоже музыкант. Правда, жанр выбрал совсем иной. Теперь выступает в рок-группе Екатеринбурга. Больше драйва. По теме не пройдутся розы в сапогах, просто Горынычи и аморальные ребята. Кстати, это еще не все участники музыкального фестиваля. В Арк Территори это тур по городам Сибири и Урала. На сцену выходят яркие представители этого альтернативного движения. Причем среди них как любители тяжелых жанров и бьющих по ушам ритмов, так и мелодичных баллад. На этом у меня все. Ярких вам выходных и весеннего настроения. Дарья Власова, Алексей Безделов, «Тюменское время».